полицию необходимо обращаться, чтобы сообщить о совершенных преступлениях или административных правонарушениях, когда требуется помощь правоохранительных органов для пресечения противоправных действий, устранения угрозы личной и общественной безопасности, для документирования обстоятельств совершенного преступления или правонарушения, обеспечения сохранности его следов. Другие случаи перечислены в Федеральном законе о полиции. В случаях нарушения прав и законных интересов гражданина он вправе подавать в прокуратуру заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. В прокуратуру также следует обращаться с заявлением с просьбой провести проверку и решить вопрос о возбуждении дела, когда совершено административное правонарушение. Также в рамках уголовного процесса его участник может пожаловаться в прокуратуру на незаконные действия органов предварительного расследования. При нарушении законодательства в сфере защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, лицо вправе подать жалобу в Роспотребнадзор с просьбой провести проверку и решить вопрос о привлечении нарушителей к ответственности. В Управлении Федеральной антимонопольной службы следует обращаться в случаях нарушения законодательства о рекламе, наличии ненадлежащей рекламы, способности ввести потребителей в заблуждение или нанести вред здоровью граждан. В УФАС также следует обращаться в случае нарушения антимонопольного законодательства для недопущения и пресечения недобросовестной конкуренции. Антимонопольщики вправе привлечь нарушителей к административной ответственности. В Росздравнадзор следует обращаться при возникновении жалоб на качество и безопасность медицинской деятельности, а также в случае нарушения требований законодательства РФ в сфере обращения лекарственных средств. В Государственную жилищную инспекцию стоит обращаться в случае нарушения прав потребителей при пользовании жилищно-коммунальными услугами, в случае ненадлежащего использования и содержания жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, а также для принятия необходимых мер по выявленным нарушениям. В Роскомнадзор можно обращаться за соблюдением требований законодательства РФ в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, к производству и выпуску средств массовой информации, вещанию телеканалов, радиоканалов, телепрограмм и радиопрограмм, к распространению информации в интернете. Роскомнадзор также проверит соответствие обработки персональных данных требованиям законодательства РФ в этой области. В Рособорнадзор можно обращаться по вопросам нарушения законодательства РФ в сфере образования, в частности, при проведении ЕГЭ. В Государственную инспекцию труда следует обращаться в случае нарушения законодательства о труде, в частности, когда нарушены права работников по вопросу своевременной выплаты заработной платы, оформления трудового договора, соблюдения порядка переводов, увольнения и так далее. Мы рассмотрели памятку гражданина, куда и в каких случаях надо жаловаться. Необходимую информацию можно посмотреть на официальных сайтах.